О важности внешкольного образования детей мусульман говорили в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования КФУ проводит такие встречи регулярно. Ислам – это прежде всего идеология. И мы хотели бы сегодня ознакомиться с теми людьми, кто на практике реализует исламское духовное воспитание вне мадресе, вне школы, вне садиков. Как это проходит, какие преподаватели, какие учителя там преподают и по каким программам. Почему же теме внешкольного обучения детей из мусульманских семей уделяется такое внимание? Чем же отличается преподавание детей мусульман от обучения любого другого ребенка? Это отношение к светским праздникам. То есть мы знаем, что в шариате есть разные мнения и разные родители. Родители придерживаются этих разных мнений. Кто-то водит своих детей на праздники Новый год, 8 марта, кто-то не водит. Да? И вот чтобы как бы нивелировать эти проблемы, существует такая ниша услуг, мусульманские детские сады. И, кроме того, халяль питания, отношение к рисункам, отношение к музыке. Да? Это все, опять-таки, напрямую связано с идеологией. Круглый стол «Внешкольное образование детей мусульман. Актуальное состояние и перспективы развития» собрал всех, кто преподает в развивающихся центрах для детей мусульман. Главная цель встречи – понять, с какими проблемами приходится сталкиваться в процессе обучения этих детей и какая программа и литература используются для преподавания. Организаторы отметили, что это ознакомительная встреча, после которой хотелось бы выйти на новый уровень взаимодействия ресурсного центра КФУ с развивающимися центрами. Анна Бузнова, Владимир Нерюбин, Универньюз.